Ну, это первый этаж. Ну, он только сделал быстрее, а я убрал чувака, который охуел, когда посмотрел на меня. Адам, пойдем со мной вниз. Адам. У меня. О, подвал коцанный в хлам. Блять. Дед Мороз подвал. У меня там коцанный. Я заберу его. И сзади уже. Минус, подвал. Эй, сзади меня бежит босс. Вот там. Готово, дальше. А! Окно, низ. На лестницу смотрит. Да, сюда идет. Молоток. Возьму-ка я стоп. Все, где? Да я уже убил за тебя. Я думаю, что лестница. У меня лестница один. Блять, пацаны. Все. Первый этаж дома. Угу. Не суйся, блядь. Первый этаж. На улице, короче, он мид. Ой-ой-ой. Ты чё, сука, мне каску снял, говорит босс. На тебе, сука, получай пизды. Пойду-ка я подвал. Чё-то меня заебался с Скайром, сука. Там Сева рулит. Дед Мороз, они, короче, в центральных дверях. Видите, ага. Я не вижу. Дядь Женя, иди сюда. Блять, он там, где Вентиль, на улице. Приди, мне уже дядя Женя стучит то, что я опять ору. А я чё, виноват, блять, что такая слышимость? Соседи, блять, стучат, пиздец. Мне нравится, съёбывайтесь с квартиры, блять, виноват. Центр трое. Мид. Окно не смотрите, аккуратно. Девка сзади. Первый этаж. Блять, на улице не веревочная лестница. Билет. Да, билет.
Да, да. Он идет за мной. Это не менты? Хуёво. Ладно. Я думал, дядь ментов. Сева такой на стенку посмотрел, пропалил через стену. Идите нахуй. Меня ору. Чувак многое знает про меня. Ну ладно, давай. Я тоже про него знаю. Ух ты! Даже не попал. Угу. Вот это меня. Дело, блядь. В животе бумыган принимает спавизан. Блядь. Меня заел эта песня. Вот там грены уже замочили. Центр чисто. По-моему, кто-то здесь стоит. О. Ты тебе помочь, Сев? Справишься? Да, да, вообще без палева, блядь. Я у себя на респе? Угу, почти, здесь Колян справа у тебя. Просто сидите на столе. Ну все, это, короче, нет. Да не, просто может там кто-то ВХ включен, может быть. Угу, Тони, Тони, Тони. А так понятно. Вентиль, Дед Мороз. Дум. Спасибо, Каля. Ага. Mission successful. All enemies have been eliminated. Блять. Мужик такой долбоёб сидит. О, сразу оф. Короче, мужик сидит на моем мостике, блядь, и думает, что каблук его не будет виден. О. А это уже другие соседи, блядь, с 8-го этажа, блядь. Охуенно. Так время-то сколько они-то сверли там? Боц, ну завязывай. Там, короче, Антон, нихуя не слышу. Двое, мид. Один у себя у респы, другой здесь. А, уже убили кого-то. Отлично. Ой! Я говорю, время-то у тебя сколько сверли там нахуй? 9, ну это норм. У нас в 12 сверли. Ворон. Отлично. У нас в час сверли. Это норма. Я бы зашел и плещи наколотил бы. Он, блядь, получил пизды от прокурора. Опа! Вапер! Мид! Не предъявил, блядь. О, предъявил. Подвал идет. Да, не провал. Ага. Ого! Сдали. Хуя ж сдуло, блядь. Я только повернулся. А у кого СБ у нас?
у меня, у Коляны. Я гой. Ой. Да, Колян спахнулся, еще закрыл глаза, такой, типа, не хочу смотреть. Уже они один разочек выиграли все-таки. Я попробую вайпер снять. Дайте я окно встану. Видишь, череп там попал. Броня. Вот, смотри, это мой, блядь. Кстати, идут к нам гости, если ты Антон не топ. Я понял. Да, Антон, скажи, я не знаю. Короче, я там снимок. Сима забежал, охуел, да? Это называется снимок крутий, вы не понимаете. Босман, это посмотри обязательно на ютубе, короче, показываю пацанам снимок крутий. Слышу пацанов, блядь, бегу и нахуй делаю минус 3, нахуй. Это как кот на райкане, блядь. Роякан ставь, они согласны. Только мы помолились сейчас с ним крути, нахуй.